Главного босса ихнего огромного. Так, а ну давайте босса нехорошего убьем. Ребят, сколько можно-то, а? Так, а ну босс, убейся. Убейся, босс, быстро, а ну убейся, я тебе сказал. О, отлично, мы убили, ребятки, босса. А перед просмотром этого видео обязательно подпишись на мой канал. Также рядом с подпиской есть колокольчик, нажав на который вы будете получать уведомления самыми первыми. И, конечно же, не забываем ставить лайки. Всем привет, дорогие друзья, с вами Юра, и мы продолжаем играть в игру «Растения против зомби 2», ребятки. Так, ну что ж, ребят, мы дошли до 13 уровня, и давайте с вами посмотрим, что у нас здесь. Так, куда мы уже смогли дойти, и что мы уже с вами, ребятки. А, ребят, это у нас уже, посмотрите, а что это? Это у нас уже сразу начинается здесь игра. А, мы в прошлый раз же не закончили. Все, теперь я понял все, а я думаю... Откуда здесь, ребяточки, откуда здесь? Так, о, у нас, ребятки, обновился этот горохострел. Он уже может, ребяточки, стрелять вот такой вот прикольной штучкой. Так, там уже нету этого. Да, мне нужно солнышко для того, чтобы подсолнух сюда поставить. И нужно еще одно солнышко для того, чтобы поставить сюда, наверное, пока что бомбу-вонючку. О, раздвоилось. Ура, у нас куча бомбы-вонючек. У нас и у вонючки, и у этой, и у бомбы-вонючки первый уровень оказывается, ребят. Отлично. Так, посмотрите. Зомби пукнул и взорвался. Так, теперь следующего. Давайте поставим сюда вот горохострел. Сюда поставим, ребятки, подсолнух, который нас будет. Ага, меня предупреждают, что первая волна зомби вот уже на нас идет, ребятки. И я полностью готов ее встречать. Так, все, ребяточки, пока идет по плану. Все идет, ребяточки, как положено. Так, меня еще пока никто не замораживает. Там, ага, нет, эти пока не нужны мне еще. Так, ну что же, в принципе, отличненько ведут себя. Ого, ребятки, как стрелять умеет он. Сразу же вы видели. И это просто замечательно. Так, сюда давайте поставим бомбу-вонючку. Так, уже практически половина, ребят. Так, давайте здесь, наверное, уничтожим их, потому что нам больше ничего не остается делать, ребят, как забирать эти подсолнухи и полностью практически убегать из этого места, потому что нас сейчас попросту уничтожат, ребятки. Здесь и так большая волна, если вам видно это. Здесь просто-напросто огромнейшая, ребяточки, волна, которая уничтожает практически всех. Давайте размораживать наш горохострел. Где разморозка-то? Все, пускай горохострел размораживается. Так, отличненько. Так, забираем все. Так, ну я считаю, что это просто замечательно. Так, ребятки, это предпоследняя волна зомби сейчас будет, я так понял, да? Да, вот она, предпоследняя волна, ребят. И что я хочу сказать? Я хочу сказать буквально, ребятки, следующее, что нужно опасаться этих злых и нехороших зомбиков, потому что они на самом деле могут вреда принести очень много. Посмотрите. Так, все, у нас есть лист, так, наверное, вот мы... давайте здесь поставим вот такую штучку, пускай отбивается. Здесь мы можем поставить, ребяточки, вот такую вот бомбочку, на которую, я думаю, что большой зомби там был. Он сейчас на нее встанет и таким образом подорвется. Так, сюда можно ставить орехи, ребят. Все равно пока время есть, так что можно ставить всего помногу. Так, отличненько, берем третий листочек, дорогие друзья. Так, ну что ж, и мне говорят, что приехала, ребятки, огромная волна зомби. Давайте, конечно же, на это посмотрим, что это за волна и что она, ребяточки, из себя представляет. Так. О, все, ребятки, волна пошла, вижу. Так, ребяточки, огромнейшая волна просто идет, и надо очень быть внимательными. Так, давайте зомби уничтожать, ребят. Посмотрите на этого нехорошего зомби. Давайте его уничтожим. Так, а как уничтожить зомби? Ребята, он пытается съесть мои... Нет. Он пытается мои съесть горошины, ребят.
Это никуда не годится. Ага, и здесь идут зомби. Все, теперь я это уже увидел. Но, ребятки, наверное, я поздно увидел это. Потому что зомби, ребятки, никого не жалеют. И посмотрите. Посмотрите, ребятки, что творится. Надо убить самого главного босса ихнего огромного. Так, а ну давайте босса нехорошего убьем. Ребят, сколько можно-то, а? Так, а ну, босс, убейся. Убейся, босс, быстро. А ну, убейся, я тебе сказал. О, отлично, мы убили, ребятки, босса, зомби. И это просто, ребятки, замечательно. Огромного босса мы с вами только что, ребятки, уничтожили. Ого, довольно-таки крепкие, да? Я бы сказал, даже вот начали ссориться как-то. Со мной, зомбики. Все, сейчас пукнет и взорвется. Отличненько, зомбик пукнул, как мы ожидали, ребятки, и взорвался. И это просто, ребятки, замечательно. Так, ну что ж, дорогие друзья, просто супер, мы с вами победили. И отличненько, мы с вами давайте перейдем на другой уровень. Посмотрим, что у нас там. Да, ребяточки, давай следующий уровень возьмем. Так, это у нас тут показывает игру, которую я не хочу играть. Так, поехали. Так, что у нас за следующий уровень? Ой-ой-ой, почему все мои эти замерзли, подсолнухи-то? И вон уже зомби собрались, ребятки, что творится-то? Давай-давай, давай быстрее, нечем уже у меня практически стрелять. Так, солнышки-то есть? О, солнышки, уже одно солнышко 100, ребятки. Хоть что-то да и есть, да? О, ребят, давайте вот этого пока разморозим. Так, вот этого сюда, конечно же. Так, забираем, ребяточки, солнышки. Забираем солнышки. И выставляем их по периметру. О, все, у нас разбивают эти лед. Круто. Вот это отлично. Вот это и со всеми именно то, что я хотел, ребята. Так. Ребятки, здесь будет три волны. У нас надо подготовиться к ней основательно. Так. Здесь мы можем подуть. Пускай уже размножаются немножко. Ребята, надо срочно сюда поставить. Я не доглядел только что. Я не доглядел. Ребята, надо поставить срочно туда горохострел. Все, мы сейчас себе его туда ставим. И пускай убивает этих птиц. Отлично, птицы, ребятки, убились. Так, мы забираем листочек, который очень нам нужен. Ну, прям очень. Ребята, не годится, это никуда. О, вот так вот уже намного лучше. Давайте будем вот так вот отбиваться. Так, ну что, ребятки, пока все идет, в принципе, по плану. Зомбики уничтожаются. Так, давайте берем листочек, наверное, и стрельнем ему вот сюда. Вот, все, отличненько, просто супер. Ребяточки, мои, оказывается, эти заморозились. Мои подсолнушки заморозились. Так, и опять новые подсолнухи тоже встали в заморозку, ребят. И это никуда не годится-то. Давайте, наверное, вот так вот будем стрелять, чтобы убить потихонечку вот этих злых и нехороших штук. Так. Вот давайте такую еще штучку поставим. Пускай стреляет огненными тыквами. Отлично. Я считаю, что это просто замечательно. Так. Ага, там у нас идут зомби. Так, ребятки, идет вторая волна зомби. Я не знаю, что там происходит точно, но что-то неладное. Посмотрите, сколько зомби идут. Они едят мою капусту и мои горохострелы, ребятки. Я не думал, что в этом уровне зомби будет так много, ребятки. Реально, их очень много. И пускай уже доедает там мою морковку или капусту, что он там кушает. Давайте сюда поставим, пускай откидывает потихонечку зомбаков этих нехороших. О, отличненько, я взял, ребятки, одну эту. О, стрелять нею намного лучше стало. Так, давайте. Так, ребятки, зомбики идут. Надо как-то спасаться от них. Вообще, абсолютно ничего не помогает против них. Вы только посмотрите. Реально, против них меня ничего не спасает. Они идут. Ребята, что же делать? Они идут.
Их очень много, ребят. Их очень много, все, они начали хавать мои удобрения. Нет, 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 пожалуйста. Не хавайте, не хавайте. Так, берем новую, поехали. Потому что сейчас будет последняя волна зомби, ребят. И это будет довольно-таки серьезно все. Так, ну вот они идут. Вот я их вижу. Ага, давайте вот так вот пускай откинутся здесь еще. Угу. О, капуста их, ребятки, отправила назад побольше. Но таким образом у меня еще заморозились все практически растения, которые должны быть. Так, ребятки, опять идут, вот я вижу. Вот я вижу, что опять идут, понимаете, да? Да, бумеранг никуда, конечно, не годится. Бумерангом стрелять в нынешней ситуации, конечно, не перспективно. Так что мы с вами сделаем по-другому. Мы сейчас опять отправим их. Пускай они уходят, потому что сейчас будет реально последняя волна, которую мне надо будет реально каким-то образом уничтожить. Правда, я еще не знаю, как я это буду делать. Потому что мне не хватает, ребятки, средств, чтобы победить. Реально не хватает средств. Так, ребятки, последняя волна зомби предупреждает меня компьютер. И мне надо к ней готовиться. Так, давайте пока их отправим. Пока их на время отправим. Так, отличненько, пока мы их улетучили. Так, теперь давайте вот так вот, наверное, вот здесь вот поставим. Пускай вот этих три зомбика... Ага, нет, да, три штучки, я думаю, они уничтожатся, да, отлично. Давай быстрее грузись, вон уже на моей плантации идут эти. Так, ага, здесь зомбики идут, сейчас я наберу солнышек, ребятки, и таким образом успею купить себе вот такую вот штучку, которая их расстреляет. Я так думал, что она их расстреляет, ребятки, но с первого раза... Конечно же, это у нее не получилось. Давайте со второго будем пробовать. О, со второго получилось. Отлично. Осталось, ребятки, нам добить два зомбика. И мы с вами прошли и этот уровень. Отлично, друзья. Просто супер. Просто круто. Так, отличненько. Отличненько. Давайте заберем эту голову зомбика. Отлично, мы прошли все уровни, круто, 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 которые мы не могли раньше пройти, и мы с вами сегодня, ребяточки, прошли, и это просто, ребятки, замечательно. Так, ну что ж, наша голова превратилась в денежку, отличненько, нас наградили 100 монетами, нас наградили еще какими-то штуками, у нас открытые стали они, отлично, ребята. Так, ребята, мы открыли луковицу до 3 уровня. До 6 даже. Так что это просто, ребятки, круто. Так, ребятки, давайте пойдем в наш сад. Посмотрим, что нас там ждет. Что там выросло, что там не выросло. Так, ребяточки, ну что, смотрите, сколько мы всего можем посадить. 3 цветочка посадили мы. Это орешек. И это 2 ромашки пока что. Во что они превратятся в будущем, я пока не знаю. Но в следующий раз, когда мы с вами зайдем... Мы получим или обновление оружия, ребятки, или что-то еще круче. Так, ну что ж, дорогие друзья, вы были на канале Вечное Детство, ребятки. Вы уже знаете меня, меня зовут Юра. Подпишись на мой канал, поставь пальчик вверх, если тебе понравилось это видео. И, ребяточки, в следующих частях мы будем продолжать нашу игру, ребятки. Пока-пока, дорогие друзья.